создавая The Elder Scrolls 4 Oblivion. Я начал писать игры, когда мне было 12 лет. Суть в том, что ты можешь попросить кого-то это сделать. Нет, так не получится, я уже спрашивал. Ответ отрицательный. Вот очень хороший образец. Здесь виден хорошо отпечатанный барельеф. Я уверен, игровой мир получился просто отличным, поэтому играть будет интересно. Окружающий мир будет действительно живым. У нее до сих пор видны стыки полигонов. Да. Это все одно целое, одна большая связка огромной вселенной. Ты прикасаешься к чему-то здесь, сдвигаешь там. Можно ощутить наяву тот мир, что до этого родился у тебя в голове. Значит, берем этих ребят, опускаем вниз. Мне нравится нежить, я расселяю ее где только можно. Когда ты создаешь что-то действительно великое, внимание к мелочам может просто свести с ума. Изучив ее скелет, ты понимаешь, как она двигается. Все взаимосвязано, нельзя отбросить ни одной мелочи. Как классно он вошел в роль, произнося эту фразу. Жена, наверное, обидится, но в бумажнике я ношу фотографию Патрика Стюарта. Вот она. Наша гамма-машина расплавилась вчера ночью. Но уж лучше сейчас, чем на следующей неделе. Я не знаю, что у них там за титановые упаковки. Главное, чтобы они их туда запихнули. Я хочу делать видеоигры, а не ходить в секцию. Ты придурок, лучше вернись к шахматам. Ну и кто оказался прав? Да, я ходил в шахматную секцию.